Реально смешная эта тэха, блин. А чё ещё, Ники, ты не напишешь там медведь, балалайка, вот это ещё? Да нет, это так-то не я же делал так-то. А? Короче, не могу забрать трофеи. Написано, склад переполнен. Где этот склад? А, склад это то, что типа у тебя там типа в этом, в тюнингах, из-за этого. Ну, типа... ты имеешь в виду, надо устанавливать запчасти, да? Ну, у меня там все установлено. Ну, типа там этот, надо убирать же их. Ну, я что, ставлю их, у меня все поставлены. В почтовом ящике тоже все оттуда забирают. Но оно переводит его в лом. Смотри, я подхожу к трофеям, а мне пишет, что освободите место за счет ненужных деталей. Мой выбор установить на тачке. Я устанавливал, все там у меня установлено. Ладненько, потом разберусь. Оно же не пропадет, правильно? А если только она в складе будет, и все. Попробую зайти. Так, я пока тут катаюсь просто по поводу. Поставил новые детальки, сейчас потестирую, как тачка будет себя вести. А? В характеристиках зайди. Так, типа... вот, так. Все у меня последнее стоит, не мигает ничего. Знаешь, обычно мигают квадратики вот это, что нужно поставить. Нет, а там, ты понимаешь, там может, типа, слот переполненный и все такое. Типа, она дальше там уже не идет. Ну да, вот написано, там, где характеристики, да, и написано, склад переполнен. Какой склад? Ну, вот это просто вот это, ну, вот эта штука. А, то есть я уже не могу тюнить, получается. Ты можешь тюнить, только ты просто можешь, типа, этот... Влом. Ну, да, лом, да, сделать и все. А потом этот лом, где найти его, чтобы израсходовать? Ты там прокачиваешь, типа, этот, вот эти штуки, типа, на F9 нажимаешь, и там, типа, можно прокачать их, ну, получше. Ага, понял, потом попробую. Так, ну что? Давай следующую, все готовы. Давай что-то. Сейчас я сейчас только найду одну какую-нибудь такую, типа. Давай. Только не сильно длинная, да? Я раскраску только хочу найти. Угу. Сможет, это, как его, та же гонка, при сложный нас. Как думаете, получится? Ну, давай, попробую. Так, телепортируюсь. Пока не заезжаю. Сейчас, нет, не заезжай. А? Самые лучшие раскраски сейчас видите. Все, давай, можешь. Еще момент, я гляну, у меня... А, бандика у вас поставил только? Нет, походу. Это значит, вот в такой режим ставить. А, сюда? Сейчас мы сюда будем заходить, да? Да. Я какой? Второй. Опа, у меня уже будет какой-то бот. О, я тебя догнал. Да я знаю, я потому что врезался. А. На меня не обращайте внимания, у меня тачка слабая еще, поэтому я на последних местах нахожусь. Наверное, раза в два слабее, чем надо для этой гонки, поэтому ничего страшного. Угу. По-моему, я все-таки другую тачку возьму потом. Теха хорошо, пусть она такая будет. Я уж, по-моему, больше не вкачаю сейчас особо. Я хочу, типа, сбросить все настройки, но, типа, этот, чтобы, типа, опять заново начать. Ого. Но не знаю, как это сделать. Ну, посмотри на Ютубе, там сброс прогресса The Crew 2 и все. Нет, я не буду сбрасывать. Это ж не прохождение. Я просто хочу, типа, на какой-то другой тачке попробовать, типа, поиграть в такое. Хз, я не буду прогрессовать. Игорь, ты пошли. А, всё. О, второй я затащил. Ну, это очевидно, это нормально. На 85-й легенде не прокачан фул.
Не знаю, мне тут Nissan R34 вообще так прет. Ну да, он такой нормальный. Нормальный такой. Среднячок. Чокер, говоришь? Нафиг ты с этим Вьюм это катаешься? Лучше поменять, не надо. Его, пускай катается. Да я сейчас поменяю его. Я просто так решил. Так. Грубо, я могу за такую хрень банк получить. Да не, навряд ли. А что там у него не так? Что там такое запрещенное, что может банк получить? Ну типа это реклама. Самое интересное, это я покупаю, значит. Хотите посмеяться, короче? Мне не засчитали гонку, потому что у меня тачка слабая, типа, не проходит по рекомендуемой этой мощности. А так-то засчитывается, потому что я, типа, на первом месте выиграл. Скажи, это статистика. Мне не засчитали. Как не засчитали? Ну да, не засчитали. А по-любому засчитали? Ну-ка я сейчас зайду тебе на стрим. Самое главное, вот, смотри сам, ни хренище. Вот такие пироги. Так, не похоже. Что там происходит? Самое главное, вот, смотри сам, ни хренище. Вот где это слипер, да, был или чё? Да, а, вот тот автомобиль, который мы катали, вот. Видишь, что такое? Выключи звук на стриме, то повторяется голос, блин. Не похоже. Ну все. Ладно, короче, давай еще раз. Что теперь? Давай дальше, да, продолжаем. Поехали вот это тогда, слипер, следующий, короче. По порядку. Так то где? Все вот здесь. Будем проходить то, где проходит по рейтингу машин, короче. Будем пока легкие проходить. Потом тачку подкачаю, будет. Нет, посмотри, какая у меня тачка. Подъедь ко мне. Вот я. Ты ебанутый. Это прям. Ты ебанутый. Без обид. Тренировку сними хотя бы, вот эту вот ужасную, блядь. Это я не могу снять, это само такое. Сима, ты куда уехал? Она меня остановилась. Некет, выбери винил, который поставлен вот как у меня, 1976. Да сейчас посмотрю, что просто так решил этот взять. Временно, да? Ну да. А, я помню эту трассу. Это начальная трасса. Это в начале. Да, первая трасса. Ну да, я вписался офигенно. Ой, я еще туда все. Я тебя понял, да. Ты хотел чуть сократить, а там стенка или деревья. А получился из ГГ, короче, уважаюсь. На трамплин. Самолёт. А, там блин и стенка сразу. Да. Так, я здесь первый раз, мне могут утупить по этому чисташку. Ну, издевается. Я один тут спереди. Я пока пятый. Ага. Я вообще никого не вижу, потому что я чё-то где. На гиперслабой машине. Я давно на этот трасс типа не гонял. Ну я понял, ты шел дальше, поэтому так. Но.
Ксива, здорово. Я тебя догнал. Я вижу. Ты пытаешься. А ты сократил или что? Да. Я понял. Финиш. А, чуть-чуть не хватило. Ну ничего. Круто ты. Где у нас Гет? Гет, ну, иди сюда. Ему не скоро. Вот так. Здрасте. Я уже... Никит мне еще в лоб прилетел. Да, я помню тот глюк, когда четвертый отображался третьим, а третий отображался четвертым. Да. Слушай, Гет, ты увлекся 15-м МФСом, да, в Форзу заходишь, а вот в Крю ты давненько не заходил, вот теперь будешь отставать. Надо было прокачиваться. Хотя у меня тут тоже не очень, но все равно я намного больше тебя прокачался уже. Ну что, прокачаемся со временем. Это все. Я вот особенно прокачался. Так, может поменяем этот стиль гонок? Да, можно. Давай на гиперках. Ну я за это и говорю. Ну, вот. Да ничего, у тебя там рендованный какой-то даст. Что у тебя есть из гиперкаров? Нет. Ничего, у меня Audi TT. Так подожди. Баги. Если... И Mercedes 300 СТО, по-моему. Ага, да. Подожди, сколько у тебя бабулетов? Челнок 852. Так ты можешь покупать Феррари даже. А вот как раз. Пускай он Кёнигсен покупает Агер, по-моему, так. Давай покупай, тебе же нужно продвигаться по другим категориям гонок. Ограниченные ТТ-хи. А вот как раз голубых у меня всего 20 тысяч. Вот что, во что я могу упереться. 20 тысяч? Что, не хватает тебе все-таки, да? Возможно, не хватает. Тут говоришь о Феррари, сейчас посмотрим. Но она, пускай он купит Пагани Зонда. Да, Пагани Зонда, они недорогие. Там сколько, пол ляма, по-моему, да? Не, у меня как раз этих голубой валюты не хватает. Так бы 599 XC я бы приобрел. Ага, что там еще можешь купить? А ну посмотри. Не, у меня именно голубой валюты не хватает, она за уровень, по-моему, дается. Вот именно ее и не хватает. Ну а ты что, другую не хочешь купить? Именно эту, что ли? Ну, что-то меня именно почему-то на Феррари потащило. Почему-то, почему не знаю. То есть осолы 1140 лошадок, это я Кёнигсен смотрел, сейчас посмотрю Феррари. Та, которая именно меня интересует. А, сейчас посмотрим BMW. Вот сейчас, если меня попрет, то попрет именно BMW, скорее всего. Так BMW это же не гиперкар. Знаю. За 4000. Управляемость легко. А что, ну, может быть за четвертую как раз взять. Версия спортивная с ленивым, которая... Как раз она стоит, там, голубая валюта 52-100, а у меня только 20. Надо голубую валюту фармить. Значит, тут иначе никак. Никита, давай пока сгоняем, потому что это не скоро. Да, он может арендован тачку тогда взять. Ну да. Давай. Ему ж дадут все равно вот это арендованное. Угу. Нет, там есть, короче, одна гонка, где типа там дают типа машину. Так. Это Mercedes какой-то 1969 года, по-моему, так. А. Ну что, давайте я сейчас запущу тогда. Давай. А, жги. Только виниму мы ТТХ потом поменяю еще, не забудь. Да, на ТТХ да поменяю. Всё. Вижу. Запрос принят. Отклонил приглашение на событие GTV. Он что, не попал что ли? Да забейте, я не ту кнопку нажал, к сожалению. Ну, давай тогда перезайдем. Давай. Отмени, да? Назад, типа, сделать или... А, сейчас на Б нажимаем и прекратить. Сейчас, у нас идет загрузка. Ну да. Ты что, не знал, во что ввязываешься? Это тебе не гонка.
Так, пропустите этот диалог. Сейчас я буду. Самое любопытное, комары встанет, и она бы крыши не приехали сейчас. Сейчас я что-то сделаю. Давай я тоже вышел уже. Че, все готов? Нажимай на ту точку, ну на N. Готов. Кто принял сейчас? Я принял. Готов. Я принял. Вот сейчас и get. Да. Позже 918 спали. Ну мы же катали похожую гонку, тебе не кажется? Че, какую тебе дали? 918, если быть точнее. Мы катали когда-то. Да, все понял. Знакомая гоночка. То, что не, мы не... Салим из 7? Это у ботов или у кого? Че? Салим из 7, это у ботов, наверное. Ну это да, у ботов такие. Ну мы клоуны F1. Если я возьму Макуан, какой как F1. Да, пропускаю диалог. Нафиг. Давай, пропускаем. Помнишь, как Никит, это когда говорил, когда мы на Харли Дэвидсон катались, типа, уйди, разбийник, там, прочее. Но уйди, нам... разбийник. Да-да, это было смешно тогда, что тогда с этими, с эмоциями своими, это было смешно. На-на-на-на-на. Люблю вот такие дороги за городом, длинные, ну как, прямые такие, полупрямые. Ой, я не то так туда поехал. Чуть-чуть, да-да-да. Блять, я хотел срезать, если в итоге хлопнулся на железную дорогу. Бля, срезать не стоило, в раз. Трафик словил. Там по полям, по долам на нейролиме машине, понимаете, то смачно. По трассе только тут еще. Ну, я ж любитель срезать, знаешь, везде. Ты что, там срезал? Да, я по полю. Ну ты гадина. Я люблю срезать, ты знаешь. Ну сейчас, погоди, я догоню вас, все. Сейчас по-быстрому там скрижем дылу. Оп, оп. Вот так вот. О-о-о-о. Я сальтуху сделал на Макларене. Офигенно. Потом поехали потом на Хали их позустить. Срезать тут не запрещено, потому что можно ездить вообще где хочешь. Ну да, точки для точки можно срезать. Да. Вот это как привет флоза. Ну, немножко по-другому, это тебя замедляет, да, по-моему? Ну, если типа ты по земле едешь, то да, замедляет. Ну да. Дасти! Ай-яй-яй, повахнутый, залагал, ой-ой-ой-ой. Давай попробуем так вот. Ну и шо лучше? Заборчик. Я сократил. Уважаю. Сейчас тоже поеду не сокращать. Да нет, я задрифтил, короче, у меня так залагало как-то. И короче, за этот, за забор, типа, ну, заехал. Да. Угу. Теряешь контроль, когда лагает. Ну, когда человек залагает, это да. Но даже в сторону его.
Иди-ка сюда, куда ты там забрался? Ну вот, вот, нет, нет, не хочу. Давай силу догонять. Давай силу догонять. Давай, давай. Я не сильно это отпущу как раз. Аккуратненько прохожу поворотики. Здрасте. Здрасте. Я вас вижу на карте. Что-то там вдвоем. А, нет, вдвоем. Втроем с ботом. Мне Никита так. А, не, вы вдвоем, я вижу вас, да, вдвоем прямо рядом. Вы что, бодаетесь там или что? Да. Сейчас тебя догоним, и тебя также бодать будем. Давай. Еще есть время, 40%. Да, сейчас по-быстрому догоним. Посмотрим. Я не против. Забочки, забочки. Не, срезать, даже срезать полком негде. А в тени почему есть где? Я бота сейчас, короче, типа вылетел и такой бота остановил. Сейчас так не, на немного. Уважаю. Сейчас вы проедете на место, где Need for Speed Pursuit, очень похоже вот это место. Это деревья. Ну да, да. Хотя сам не играл, но что-то похоже. Ну там, да. Или там. Это деревья, вообще такая обстановка. Поехали через лес, хули. Только там нету таких поворотов. Никит, ты чё, где-то уже остался, блин, как обычно. Я по лесам катаюсь, как дурак. О, чуть-чуть уже прямая пошла. 50%. Даже не чуть-чуть. Ну вот, я сейчас на мосту. Ты сейчас меня догонишь, да, у тебя... Ну да, у тебя машина получше, но... А у меня Макларен. Макларен наш, он хуже, что ли? Нет, ну, сейчас просто, ну, водитель такой. Я понял. Просто я врезаюсь, типа, все такое. Ну, это там было, а сейчас тут уже... О, опять это за кривые дороги. Ну, блин, я опять туда же улетел. Бля, я буками не словил. Надо быть гением, чтобы так было, жить и ловить. Чё-то никто меня не догоняет. Я вот рядом. Я вот третьего вижу. Я смотрю, эта гонка не из коротких. Ну, где-то 10 минут. Ну, да, но это понимаю. Всего лишь. Ну да. Я сейчас чуть кабана не сбил, кстати. Кстати, вы в курсе, что тут есть горилла или какой-то там, кинг-конг какой-то тут есть? Обезьяна, короче. Обезьяна, да, не, но она маленькая. Так. Ну, здравствуйте, уважение. Здравствуйте. На удивление успел. Привет, Серега. Удивление не сейчас кислю дико. Серега, у тебя место есть, так что залетай. Так я вижу. Сосулька все-таки не пришел, не расставил, наверное. Ну я, конечно, не могу. Где-то на полчаса или час. А мы тоже, я как мы часик, я еще часик тоже. Так, чисто собрались ненадолго. Где там он останется, мы знаем точно. Где-то понят. В смысле? Ну ты ж не меньше 3 часов в игре стримишь игру. А, у меня рандом, когда как. Чистый рандом. Могу 3 часа, могу час, могу 2 часа. Как, ну говоря, как это. По желанию, все по желанию. Да, для меня это резко. А, я вспомнил. Это что? Это что за реке показывают? Я чуть не понял, нихуя. Да-да-да, показывают. Можешь пропустить. Ну, короче, то, что типа там этот... там выехали, что-то такое, точно не помню уже. Жесть. Значит, мне что, регену сейчас хлопнут? Нет. Или, по-моему, нет, не добавят.
Ясно. Точнее, свободный режим. Я займусь с тобой, точка. Я заодно подключусь сейчас. Че, сейчас какую гонку? Сейчас подожди, сейчас Серега подключится. Ну я понял, да. Пока там тачки прокачивать и все такое. Не, допустим, я ломаю детали, а потом вот этот лом, как его использовать? Что за... Если максимум точку подключаешь, тогда используй. А, так валюту. Это все, да? Что за голубая валюта в игре? Не, ну у меня не на максимум, тут еще есть. Ну вот и у меня не на максимум, еще. Тюнинг. Тюнинг? Нет, не тюнинг. Характеристики. Вот, пожалуйста. Все стоит на последнем. Ну-ка, позовите. А, сейчас. Где, знаешь, как? Shift F2 и... Да зачем? Я через игру. Или через игру хотя бы. Через игру. Вот. Тик. Склад переполнен. Так, это ты кинул вот запрос, Гэт? Да? А. Ты походу не кинул, не туда. А, во. Вот что, сейчас я запущу. О, сейчас ты уже с нами. Ну что, погоняем, так сказать. Ну ты будешь попробовать, однозначно. Ой. А что, Никит, разве не прокачанный? Я прокачанный. Просто Никита не любит поворотов, я заметил. Я на поворотах обгоняю, наоборот, его, он напрямую он поехал спереди. Ну что, скажешь, когда будет поехал? Я сейчас. Серёг, ты знаешь, что за голубая валюта в этой игре? Голубая валюта — это просто помощь основной валюте, помощь. Либо там можно зайти там код эхо, кстати, называется. Кто на клумбе? Да, у кого какое-то такое, знаешь, искажающее эхо, да, Серега? Ну, как бы с ноутбука, понятно, я понял. Это не у меня, я с ним делал. Ну, у меня тоже нет, потому что у меня же было нормально все. Ну, это у меня, ладно. Крайне нашли. Ясно. В общем, эта валюта еще так для покупки атрибутов, там, машин всяких, подвес, тренировки. Там интересно, что для покупки тачки надо же требовать. Не, у некоторых тоже, да. Ну, ставил про BMW Z4 G3. Там тоже нужна эта валюта, придется. Она с уровнем дается для фармить. Ну что, все готовы? Я бы купил все-таки на атрибуты. Важно. Сейчас, погоди. А? Ну что, давай? Нет, погоди. О. Запрос отправлен. Все, принял запрос. Тоже. Аналогично. О, тема. У Никита там тачка с одним уповатым винилом. Я поменял уже. Ясно. Ой, не туда. Красавчик. Уважаю. А вы куда? Я подождите хотя бы. Я за тобой, давай. А где ты куда? Я вообще не знаю, где я тут нахожусь. А, вот всё. Не знаю, в игре у меня лагов нету. Посмотрим на записи, что будет. Если будет лаг, лаги я не выложу. Командный туризм называется. И Сива только один, только приехал и все. А вы не туда поехали, да? Да, все втроем приехали. Я призвался.
Я пытался это в аварию попасть, поэтому съехал. Я просто за вами, я думаю, куда вы, может, туда я поеду, и... Да не переживайте меня догнать, это... Какой тиражак упал. Степан на меня стопил. То вообще никогда здесь можно плавать, даже тормозами толком не пользоваться в этой игре. Сейчас учусь это, ехать осторожно. Вот я всегда гоню на любой поворот. Осторожность это не для меня, извините. Поддерживаю. Это так же, да. Ну что, Ники, потом тогда гонку на мост запусти, на Харли Дэвидсон, как мы катали. Если... Там весело, я отвечаю. Вот поехал не в тот переулок, оригинальный, я чуть-чуть не поехал. Ах ты. Кто там не любит поворотики? Я мастером на тебя догоняю. Ну, вижу. На карте. процентов. Может, 71. Может, продержусь? Так это коротко трасса. Нет. Гет пятый даже, смотри, гет пятый едет. Ты шо, давай гет четвертый. Я въебался куда просто. Ясно, всё понятно. Давай пятый. Пятый, да зайдет, бамс, Настя. Ты там ее прокачиваешь, хоть машину-то? Ну да. Серега, у тебя какая легенда? 298. А, нифига себе. Да, там были эти саммиты, за которые много давали фанатов. Ага, я понял, да. Тебя выручали, я понял. Ну, как ты вроде не засиживаешься прямо. Не то, что на пару часов, а тут надо хорошенько посидеть. А там, получается, длинные гонки хорошо дают, да? Да, вкачал я больше. Чё, сможем на ас, типа, Харли Дэвидсон? Там покататься. Давай зажжем, угол. Не знаю, как насчет ас. Сейчас поржем, что такое. У нас это для экспертов сами. Ничего страшного. Погнали, принять? 276, по-моему. Рейтинг из 280. А, позаимствованная, ну тоже нормально. Так, такого такая. Как совпало. У вас обоих такая. Ну мы с Серым знаем, что брать. Это. Как оно называется? БЛР. Ну, похоже. Да, да. Похоже. Статовые решетки, куда мне становиться? Да просто хоть куда. Да, ну тебя поставят куда надо. Кстати, отсюда надо будет прыгать потом. Ага. Но прыгать тут не желательно, значит, потом будет перепрыгивать. Ну что, давайте, перепрыгивайте. Так, мы одна команда или что? Тут надо... Да-да. Только каждый сам за себя. Каждый сам за себя? А, тогда можно любого. Да. Не, я только потом. Да, кстати. Так. Ой, Спасибо. Надо кучку догнать. Кучку догнать.
Могу помочь. Ай, ты кто? А вы прикольно там восстанавливаются машины. Стик, стиком на бок раз, и все машины. Так, уничтожили, да? Это Настя, что ли? Нет. Чё? Это Ас? Необычный. Обычный? А же. Просто смотрю по этому по таблице, буты тащит. Ну, где машины есть. Да, блин, чё с населением? Почему куда эти? Что это было? Блять, нет! Сейчас добью. Есть. Бонус к ремонту, кто может, кто хочет, получите. Моя. Ясно. Ах, промазал. Починка моя. Я возьму починку. Надо же бежать. Ой, зря подсказал. Я не пойду за починку, не нахуй, не надо. Я взял. А ты. Я тебя достану. Блять. Бау. Хоть бы эти боксерские перчатки не мешали. Или бонус к этому. Даю, да? Но... О, в твое место. Хочешь что-то уже. Уважаю. А мне бы так 2000 напал, пипец. Офигенно. Ай, ясно. Эх, так вылезет нельзя. Так, бонус к ремонту мой, пожалуйста, извините. Сейчас тебя поймаю, погоди. Иди нафиг. Гетто ловим. Меня поймал этот какой-то печатка. Там болос немножко. Бля. Тут повреждение действует очень хорошо, смотрю, так. Ну, теряется уже. Ой-ой-ой. Не меня, не меня. Куда идти? Не-не-не-не-не. Все, спасибо, блять, оставь тут двойной. Спасибо. Кого еще тут? Ай. О, ремонт. А, кто-то забрал уже. Это бонус очкам. Ай. О, меня разобрал. Ай. Блин, надо лидер догнать. Очка. Ай. На тебе. Ну ты чё, Починиться, кто мне помешал. На. Серёжа, я видел. Да. Могу. Не успел я. Могу, умею, по типу, как говорится. Да кто сзади-то? Ай. Бля. Бонус кроны я получу. Молодец, я получил. И только 10 секунд осталось, офигенно. Еще лучше. Ага. Что, кого прикончить? Я победил, все, оставьте меня. Уважаю. Скатился на 4 место. Я на 3-м как-то. Ну ладно. Весело? Да. Ага. Без колеса остался. Чё, ещё раз? Давайте ещё раз, за твой кач хаос. Сейчас сделаем. А ты можешь выбрать другую из этих тоже? Вон, и тут... Улучшается. Новый статус фанатов суперзвезда, по кайфу. О, Андрей забрал. 10 тысяч на раз. Новый дисциплин, кстати, не? Ну, давай. 20 каналов на месте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там сейчас на карту закроется куда-нибудь. Полнится миссия. Чё, все готовы? Не-не-не, сейчас поставлю ещё. Окей. Сейчас один. Всё. Сейчас. Нет, подожди, у него ничего нет, понятно. Так, 30 тысяч получается голубой валюты, надо ещё несколько уровней поднять, чтобы BMW за 4 получить. А там уже полегче будет. Да, по обследованию есть. Кстати, все эти печатки.
мафиома. Ну что, сейчас какой-то... Это... Так. Выбрать тачку. Кстати, где у меня? Ролли рейд? Не, у меня на ролли рейд уже прошли. Так что скажем. А что, давай? Иди на ролли рейд тогда. Давай, давай. У меня тут ролли кросс тачка есть, фокус. Не хотите ролли кросс? Или ролли кросс можно не будет. Давай ролли кросс. Ещё наверное. Ща я. Я пока полетаю на самолете. Ну, ещё не хочу привыкнуть до него. А сосунка пошёл. Ну, это да. Он там отходит её. Хочу попытаться на это, на небоскреб взлететь и там остановиться. Но это не сейчас. Так, готовы? Да. Давай. А где? Сейчас, 3 секунды. Всё, я уже, да. Меня выгрузит только раз. Пауза. Степан, принимай. Да, принимай. Всё. Блин, момент. Посмотреть, принять. Успел. Ой, я хотел до 7, уже 20 минут. Но я не зашло ровно в 5, я где-то в это время, 20 минут 6. Отсоедините. Я, наверное, последний вылез. А, неплохо. Если вы на этих фордах, я только на один Ауди. Ауди? Что, не покупал себе внедорожник? Я покупал. Ну вот, и я Ауди купил. Ага. По-любому, один класс. Помню один раз, Серёга, тебя случайно вытолкнул. Ты вынул, Ауди, прошу это тебя. А, да, я запутался вообще. Я Audi. Тоже думаю, аудио для Audi, для внедорожника, я тоже думаю, откуда как. Не, почему? Вот такие есть, да? Пашет сзади, как бы прикольный. Серега. Я видел, там у них... Не, почему высокая. Audi? Но при этом он необычный. Я не слышал Audi. Audi могут быть, он в поле в МК, есть же Audi A3. Ну, это, да, пилящий. Уфу, Q1 или Quant. Кто у меня сейчас бился за? Это занос был. Непредвиденный. Да. А я подостал. Не придержится. Ничего, а, блин, там я забыл. Обошел. Так гад тут патрулирует. Что, я уже вот там на месте. Вот это вы тут смотрите, конечно, ребят. Меня просто заносит. И все. А, я вообще съехал. Жаль. Было хорошо. Бизнес на дороге. О, кто-то меня прессует сзади. Я никого не прессую, я за Серегой еду. А там бот. Ты что, фокус нормальный? Ай, чё за... Фокус нормальный, талантасик для паралимы. Он нормальный, но заносится. Не сказал бы, мой не сильно. Ну как, не сильно, я имею в виду так, знаешь, вот когда быстро едешь, конечно, на поворотах занесет. Мне кажется, у вас немножко другие фокусы, между меня. У меня-то этот, киноблок. А, Фьеста? Меня бот по осколках не делал. Но это не надо. Я еще возьму, мне по кайфу. Ой, развернул. Я с первой с конца, понимаете, но уже второй с конца. Уважаю. Ходи где-то ты пьявый, блин. Идите за прямоту. Да дальше ехать-то, блядь, я за... Сейчас. Тут немножко есть сложно то, что нету проложенного пути и только на боковые так смотришь. Угу. И то они... не всегда, да, не всегда они есть. Думал, прямая будет. Я тоже думал, кстати. Я тебя видел, что ты поехал чуть вперед. Так, я попытаюсь где-то догнать все-таки. Бота лучше ты гоняй, не меня. Я сам этого бота долбанного догнать не могу, нормально. Он задел? Дерево? Мимо? Я видел. О, а! Пропустил контрольную точку. Ты не один такой. Я такой проезжаю.
Давай, удачи тебе. Я твое место занял, Никит. А тут эта игра ошибок не прощает, я заметил. Согласен, там еще кайфоза. Не, ну там еще кое-как, ну как бы не так, тут прямо, если ты едешь, то даже боты спамятся. Это финиш, бля, я думал, что Серега умудрился вылететь. Это финиш. Ну, финиш. Кайф. Ну что, Хлозе еще несколько 50 уголок позадотить, купить самый дорогой дом. А дальше, когда я больше буду в крю играть, а Флоза только если позовут. Давай, а сам... играй, будем сейчас заходить, но я на сегодня уже все. Давайте, пацаны. Я думаю, что мы еще скоро зайдем.